Васап, не в сегодняшнем видеоролике пойдешь речь. Ага. Все, попера вообще не туда. Опять не по теме пошло. Васап, нига, там. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу про свою группу по дизайну, а также беседу ВК. А перед началом данного видеоролика прошу подписаться на канал Славика, он начинающий ютубер. У него также был канал, но он забросил, потому что там жестко упал актив. Да и мертвых подписчиков тоже немало. Давайте мы добьем за эту пиарку 15 новых сабов. А также, ребят, пожалуйста, помогите моему спонсору Мейту, также моему другу, добить 100 сабов до Нового года. Это будет как подарочек ему. Я думаю, то, что мы должны справиться, потому что это не только его цель, но и мечта. Но я мечтаю покрупнее, то есть мечтать по-крупному, это классно. Я мечтаю до 14 июля, моего дня рождения, 1000 сабов. Думаю, то, что мы смогем, да, потому что я накуплю кучу пиаров, все такое. Ну а до Нового года 200 сабов мы тоже сможем, я в этом 100% уверена. Все, больше задерживать не буду, все расскажу в видосике. Поехали! Давайте начнем с моей беседы ВК. Сейчас там 8 участников, которые почти каждый день общаются, пишут, спрашивают, как дела, и вообще я там помогаю начинающим ютуберам, пишу советы, мы просто общаемся, узнаем друг друга, можем сотрудничать, если вам не понравитесь, как собеседник, так и по YouTube каналу. Там я впервые всех пишу свои идейки для видео, мы советуемся идеями, каждый говорит что-то свое. Там я заливаю превьюшки, если я, конечно же, успеваю делать, то есть куча сливов в беседе. А также на моей стеночке ВК, если хотите добавиться в друзья, то просто пишите то, что вы с моего YouTube канала и то, что вы хотите в беседу. Там очень весело, я достаточно часто там угораю, иногда мы все грустим, ну бывает такое, да, типа за Скотти, ну вы поняли. Но в принципе там всегда весело и все друг другу поднимают настроение. Также мне надо было бы уже нанять менеджера, которому я буду платить ежемесячно, который будет приветствовать и писать правила хотя бы через 2 дня, или каждый день писать правила чата, приветствовать новеньких текста, которые я ему скину, но просто будет заменять фамилии, имя, которые зашли. Также будет, если что, кикать тех, кто пиарится, короче, все объясню. Ну и плюс это за деньги, мне кажется, все согласятся потратить свои где-то 5 минут жизни на беседу. Ну не прям 5 минут жизни, типа, проверять вы все равно должны будете, чтобы, если что, кикать тех, кто пиарится или засирает беседу. Как я уже сказал, ссылка на меня будет в описании, пишите, что вы с ютуба, что вы хотите в беседу. Ну и давайте, ребят, перейдем к самому сочному, это дизайн-группа. Сегодня я ее создала, но выложу этот видеоролик завтра, но для вас это сегодня. Какая логичная просто. Ну и начнем с того, что, ребят, там я буду делать крутые сливы, сейчас там первым 10 людям, заказчикам, будут достаточно большие, не маленькие скидки, хотя там и так все дешево. Также там будут скидки по праздникам. Все есть, короче, прайс-листе, а также правила там тоже есть. Также, если будет заказов больше, то я чуть-чуть побольше сделаю цену, потому что выгода как никакая должна у меня быть. Потому что, мне кажется, если бы вы тоже шарили в этой схеме, то вы бы тоже за копейки не стали работать. Давайте начнем с самого простого, это оформление на канал. Аватарки я делаю, наверное, я повысю после Нового года до 20 рублей аватарочки. Примеры у меня скоро они будут, как на стенке ВК их выложу, также в беседе закину это. И на дизайн-группе тоже это закину. Только с водяными знаками, чтобы никто не смог своровать и потом выдавать, мол, это мой скин, это моя типа аватарка. Хотя другим делали, а не вам, да? Короче, чтобы не было таких крыс. Но примеры работы у меня уже даже есть. Это, к примеру, аватарка Мейта, то есть моего спонсора, а также моя аватарочка. Ну, еще будет плюс 3. Плюс 3, юху, хотя там минус, ну и ладно. По поводу шапки, у меня нет платных паков, а бесплатные, которые я видел, но они такие, ну, говнецо, короче. Да и плюс не подходит по моей стилистике. Так что, чтобы заработать на платный пак, надо заработать. Поэтому также надо повысить цены, а повышу я их, повысю после Нового года, как я уже сказала. Хотя бы по 5, по 2 рубля точно. Также, ребят, хочу заранее сказать, кто оплачивает за Nation Alerts, а не напрямую через Kiwi,
точнее на Киви, то, знаете, вы должны плюс где-то 2-3 рубля, да, добавлять. Иначе кто будет платить за комиссию? Да и плюсы еще из-за этого я хочу добавить по 2 плюс 5 рублей к некоторым работам, которые я выполняю уже, кстати. Чтобы никому не толдычить постоянно, мол, у меня комиссия через Donation Alerts, так что доплати еще плюс 2 рубля, чтобы снизить комиссию. Чтобы было все ровненько, чутенько. Про шапку с аватаркой я сказала, давайте перейдем к тому, что не делает ни один ютубер. Это никнеймы. Они у меня сейчас стоят 5 рублей, и, как вы понимаете, снижать на них, делать скидки нет смысла, потому что, ну, тогда я, можно сказать, копейки сущие реально получаю за них, за эти никнеймы, хотя они очень классно получаются. У меня уже есть примеры, также если вам они будут заходить, и вы будете реально набирать на таких постах со сливами, с никнеймами, больше лайков, чем больше, тем лучше, значит, я буду делать также и бесплатные сливы. Когда вы мне пишете по поводу никнейма, я вам буду постоянно задавать вопрос, сколько вы хотите букв, на какую букву начинается ваш никнейм, и также какая раскладка клавиатуры. Ну, точнее, русский или английский язык. На испанском, итальянском я вообще других я ничего не понимаю, так что не надо. Первые 3 слива уже есть в группе по дизайну, так что смотрите, может, вам подойдет. И четвертое, что я продаю в своей группе по дизайну, это скины. Они тоже достаточно простые в моей стилистике. Также будут скоро примеры работ, потому что я уже выполнила 3 в новогоднем стиле. А их также, ребят, заказывал Мейт. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой косяк. Сначала убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Тоже фальшивый, ты тоже разбит, ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в мои глаза и вижу только отражение. Только одно в голове мам, коксу 5 грамм. Лететь сам в краины запомнения. В голове мысли мам, когда скончи же этот стан, где уж не буду сам, бо въедет белый вент. Только одно в голове мам, коксу 5 грамм. Отлететь сам в краины запомнения. В голове мысли мам, когда скончи же этот стан, где уж не буду сам. Bo wjedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd. Nie chwytam gwiazd jak kłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje. Jak kura z głodu pieje. Jak wilkołak do księżyca. W głowie dziury jak ulica. Przed twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie. Bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV. Mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru w myślach ćpam. Radę dam albo nie dam. Wszystko, kurwa, z chaty sprzedam. W sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane. Ja pierdolę, same długi. Kinol jak u tabalugi. Dzień drugi, bez walenia. Gdzie jest wąż? Biała chemia. Jebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarańczo. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz. Thank you.